Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Zombie Dairy Evolution 2. Давайте посмотрим, что тут такое-то нам не нужно. Это я не знаю, что такое. Так, давайте пропустим это все. Так, и первое у нас задание какое-то, да? Да не надо мне это все. Что? Принять. Так, сюда, да? Вот так вот, да? Хорош, успокойся. Так, отлично. Бой. Нормуль кританули. Иди отсюда. Хорош, привязались ко мне здесь, а? Давай, ребятушки. Успокойся. Комбо 3. Давай, очередной. Этого тоже. Так, что дальше? Иди отсюда. Прошли? Прошли, ребята, мы с вами этот уровень. Магазин. Улучшить. Апгрейд. Апгрейдили. И что дальше? Еще можно апгрейдить? Ну давай еще апгрейдим. Так, больше мне здесь ничего не надо. Я донатить не собираюсь. Так, за 4000 я могу купить себе новый ствол. Но у меня всего 1430. Ладно. А это что такое у нас тут, ребята? Давайте вот это посмотрим. Кровавый госпиталь. Ладно. Эй! Ух, ёлки-палки, уже бегуны здесь, а? Ага, я должен что ли сюда прибежать? Довольно легко все. Так, отлично. Нажать сюда? Ну давай, бесплатно крутанем. Спасибо вам за один кристаллик. Очень радует. Так, а что вот это такое за доллар нам тут показывается? Хотя тут еще, смотрите, реворд. 500 монет. Слушайте, что-то уж как-то больно громко. Давайте я музыку выключу. Мне аж прям колбасит от нее. Вот так-то оно, думаю, будет лучше. Ну что, давайте тогда на бакс нажмем и посмотрим. Оу, нет, только не это. Не надо мне это. Да что такое, блин, я же музыку вырубил вроде. Давайте вот так вот сделаем. Ну-ка, что у нас здесь будет? Так, 15 зомбарей. Успокойся, успокойся. Я где-то уже в канализации, что ли, ползаю? Да, по ходу дела. Так оно и есть, ребята. Оу, тихо. Тихонько, вас тут слишком много. Иди отсюда, нервируешь меня. Так, отлично, пока все идет хорошо. Так, ну что, ты... Вот так вот идет, я же чувствую, что со спины гнильцой поддает, а? Что, выполнил миссию? Ну что же, замечательно. Так, получили мы какую-то ерунду. Опять в магазин не отправляет. Ну давай зайдем в магазик. Ух ты, апгрейд. Так, одну какую-то баночку я использовал. На скорость это у нас повлияло. Слушайте, тут можно еще и персонажа, что ли, приобретать? Смотрите-ка, действительно. Ух ты. А их можно покупать или... А, да, вижу я. 150 алмазиков, 300, 600. Этот бесплатно. А этот за деньги я девочку могу купить. 50 тысяч. Слушайте, я, наверное, пока перебьюсь и вот этим пареньком. Блин, ну, без музыки тоже как-то не айс, если честно. Где тут у нас? Давайте вернемся. Вот так вот. Сделаем.
Ну что же, давайте тогда, наверное, я не знаю, вот эту попробуем. Тут еще что-то у нас. Wedge. А, это посмотреть видео? Нет, спасибо, не буду я смотреть у вас ничего. На время, по ходу дела. Давайте вот эту вот выберем и посмотрим, что это означает. Ух ты! Шикарно. Ну давай, сосунки, подходите. Монетку заработал. Иди. Что это такое? Юпи! Глаз зомби как материал для коллекции, который можно продать в зомби-магазине. Ну давай, заберем. Да что такое-то? Давай, 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 гаси. Ты смотри-ка, мне вот эти вот персонажи напоминают. Ага, прошел. Помните это растение против зомбарей? Купить. Ну давай купим. Ага, 7,5 тысяч. У меня денег таких нету, родные. Так что я как-нибудь перебьюсь. Так, поздравляю. Твоя коллекция материалов зомби готова для боя. Для какого, блин, боя? Ага, тут нужно еще сердце. Или 5 глаз, я получаю пробирку. 5 мозгов, я получаю щит. 5 сердец, я получаю ботинки. А дальше, дальше уже пошло какое-то скрещивание. Фу. Вот оно что, ребята, не все так просто. Ага, вот Ревард. Отлично, я считаю. Ну и что я могу дальше сделать? На время и на... Тоже на время, но только на скорость. Давайте вот это попробуем. Побежали. Ай, елки-палки. Да иди ты отсюда, нервируешь. Ну точно напоминает мне. Они тоже там в этих шапках были, в дурацких. Что их вначале надо было сбить. О, еще один глазик, это хорошо. Просто шикандос. Тихо-тихо-тихо-тихо. А, зажимаю. Дайте я попробую вот эту фигню. Ядрить тебя на корень. Как быстро они гасят, а? Не ожидал я просто. А где мое УЗИ? А, я УЗИ же просто поднимал. Все, понятно. Может быть, я зря так слишком быстро. А, мне нужно, ребята, пробежать расстояние. Так что я зря тут. Да сдохни ты. Да ну завязывайте, давайте. Прицепился. Плевать мне тут на все, надо бежать. Вот сюда надо дойти. Черт тебя подери, мне немножко не хватило, ребята. Фух. Ладно. Что, сколько? 3000, да? Револьвер. Давай купим нафиг этот ствол. А чем он, интересно, лучше-то? Вы видите какое-то улучшение? Я в упор не вижу. Но зато я могу свой вот этот вот апгрейдить. Ну-ка, дайте-ка я посмотрю, могу ли я сделать апгрейд. За 2000 все, что хотите. Блин, вот они меня задачили-то, а. Ну давай купим, фиг с ним. Да, так, у меня, ребята, 2 ствола. Ой, куда? Куда делся? Чё-то я не понял, а куда он делся? А, экипировать. Так, а сюда мы можем что-нибудь... Блин. Немножко непонятно для меня. Ладно, пускай будет у нас этот ствол. Переиграем, посмотрим, насколько он лучше. Нифига, по-моему, не лучше. Так. Нормуль. Блин, они бегут довольно быстро. Что? Так. Тут еще и патроны кончаются. Ё-моё, догоняет. Да хорош вам. Ой-ой-ой-ой, ребята, нифига так сложно. Это опупеть как сложно. Охренею, блин. Ладно. Сколько ты мне тут? Ага, за 5000. Фиг там. Ладно, давайте в меню выйдем.
Это у нас был бег, да? Попробуем вот это на время. Жесть какая-то. 30 секунд мне дают, чтобы я добежал, да? Что такое-то? Да я понял. Блин, патрон еще качается. И... Может быть, я 30 секунд должен простоять? А, ну да, 30 секунд я должен выжить. Ёлки-палки, да хорош, завязывай давай, отвалите, отвалите все от меня. Иди отсюда, бежит. Фу, ребят, я выполнил задание. Сложнейшее. Получил какие-то ботинки, шлепанцы. И что вы мне предлагаете? Вот только одно? Бежать? Дайте ко мне реворд. И ведь еще где-то один, да? Да, вот он. Так, и они мне, ребята, предлагают только лишь одно задание. Это бег. Давай еще сюда. Блин, неужели больше ничего не дают, а? Вот только бежать и все. Ну-ка, в магазине что у нас тут? Я могу купить УЗИ. Я его покупаю, ребята. Все. Так-то оно будет лучше. Я надеюсь, что оно будет лучше. И пойдемте попробуем. Что ты мне там? А это что такое? А, это заменять. Все понятно. Блин, патрончики-то кончаются, ребята, однако себе. Вот этот. Ух ты, какой-то ножичек. Дайте перезаряжусь. Успокойся. Сгиньте все. Фу, ребят, неужели прошел, а? Отлично. Просто шикарно. Да еще на ранге С. Ух. Ух ты, что-то новенькое нам дали. Так, ну что, за что возьмемся, ребята, а? Тут какой-то щит. Тут опять бег у нас. Тут просто, видимо, стрелять. 1200 мы получим, если пройдем. Плюс один кристаллик и один какой-то ящик с подарком. Давайте попробуем. О-о-о-о-о-о-о-о-о, тихо! Хорош в самом-то деле. Слушайте, довольно неплохой револьвер, я вам скажу. Да отвалит от меня. Фу, жесть. Прошел, фу, нафиг. На одном дыхании. Ранг Б. Так, ладно, это мы пока не будем покупать. Итак, с деньгами у нас напряженка. Давайте посмотрим, что вот это такое за задание у нас. Смотрите, тут какие дробаш. Какая-то установка. Хочу. Телепорт. Зомбари проходят. Я не должен, что ли, им дать пройти? Так получается. Никто не пройдет нафиг мимо меня. Не пущу. Мозги надо забрать. Так, перезарядиться, ладно. Блин, не успел я забрать мозги эти. Надо отойти. Отдай сюда мозги. Хорош, хорош, хорош. Завязывай, завязывай, завязывай. Что-то вас тут слишком дофига, ребята, прет. 5 секунд осталось, 4. Все, прошел. Ёлки-палки, нифига. Забористая игруля. Такая простая и в то же время напряжная. И остался у нас опять набег. Ну, побежали. Чего ж делать? Ага, погнал я. Оу. Да отвянь ты от меня. О, это что там зачудило сзади еще? А, это его просто так разорвало, что глаз вылетел. Перезарядка, я понял.
Да отстаньте вы от меня, ну в конце-то концов, сколько вас тут? Страшил этих. Отвянь. Ёлки-палки-то, медсестра тут еще бежит. Самые плохие это, ребята, те, кто с защитой. Да отстань ты от меня. Ребята. Жестяк идет. Нет, давай. Есть. Ух. Ядрёно вошь, а? Прошел все-таки. Блин, ну на самом деле. Фу, аж, блин, как-то не по себе. Ёлки-палки, тут понаоткрывалось-то. Даже и не знаю, с чего и начать. Даже не знаю, ребята, денег у меня 6690, как вы видите. Что у нас там в магазине? Ну-ка, покажут. 50 кристаллов, я покупаю золотую берету. Ух ты, а, 45 тысяч, ну да, конечно. Так я прямо и приобрел. Слушайте, я же могу УЗИ... Ой, куда УЗИ-то? Не понял. А какого лешего вы мне... Слушайте, я не могу понять, а куда у меня оружие все девается, а? Так, ну-ка. Ух ты, а тут вон еще, оказывается, что можно покупать. А это-то что еще такое? Ёкаламане. Три тысячи, это какой-то костюм. Ну-ка, давай-ка купим. Хорошо, отлично, да, я ничего не говорю. Только я немножко не догоняю. Это другие персонажи или что? Слушайте, ну это понятно и непонятно, но где мое оружие, а? Зачем мне вот этот револьвер? Как мне интересно этот апгрейд? Я не хочу вот эту вот пушку, дайте мне, верните мои УЗИ. Ну-ка, давай-ка уберем. Замечательно просто. Я не пойму, ребят, если честно. Ну-ка, может быть, он где-то здесь? А? Нет. Здесь ничего нету тоже. Это я могу только лишь покупать. Хотя вот, ё-моё, чё? Так, экипировать. Вот оно как делается. Ну нафиг, я ж был уже испугался, что всё... За 30 тысяч? Иху! Так, ключ зачем-то здесь. Ну, давай еще вот этот вот. Экипируем. Какая-то за 18 тысяч беретта непонятная. Ладно, я думаю, мне пока вот этого достаточно. Но насчет вот этих костюмов, конечно, там тоже я немножко не врубился. Давайте попробуем вот эту вот миссию. Убить зомби. Всего лишь-то убить зомби? Ну ладно, давайте убьем. Ух ты! А, оно на время, походу, дело, да, ребят? Шикарная штука, я вам скажу. Просто шикандос. Пофиг мне на всех. Сейчас закончится, ребята, сейчас закончится она. Ага, у него заряды заканчиваются, вот оно что. Мамочки, кончилось! Какой-то новый зомбарь, блин. Черт подери, вот это да. Фух, да, шикарно, шикарно и опасно. Давай сюда деньги. Фух. Ну что, ребята, наверное, на этом я буду завершать этот выпуск. Если вам понравилась эта игра, вы пишите в комментариях. Мы дальше будем в нее играть, смотреть, что там, почем разбираться потихоньку. А на этом я буду заканчивать свой коротенький такой обзорчик, как говорится, показательный. Ну все, всем пока и до скорых встреч, ребята.